Специально ко Дню города Татьяна и Евгений Тихоновы, основатели творческой студии «Классики» в Музее Москвы, провели в Самаре трехдневную программу лекций и мастер-классов для детей от 9 до 16 лет. Говорили об исторических и культурных феноменах, связанных именно с городом-именинником – Самарой. Мы сегодня делаем презентацию, премьеру нового формата творческих практик, которые нацелены на развитие творческих талантов юной аудитории прежде всего, которая для нас очень важна. Каждому участнику мастер-класса предоставилась возможность не только послушать мультимедийную лекцию, посвященную родному городу, но и трансформировать увиденное в нечто материальное. Когда мы придумывали этот проект, этот макет, мы поняли, что материал мы будем использовать то, что иногда можно найти даже на дне Волги, да, то есть какие-то отходы, которым, ну, например, там пластиковые бутылки, да, из пластиковых бутылок мы градим башни. Подобные мастер-классы позволяют развить творческое мышление у детей и подростков. На третий день мастер-классов прошла торжественная презентация макета города-именинника, созданного коллективно. Это целая карта города, на которой отображены все самые узнаваемые достопримечательности Самары и достопримечательности, которые создало детское воображение. Александра Гусева, Григорий Плешаков, Максим Гусев. События.